Сплит-система «Рационал» – это кондиционер класса «Комфорт». Кондиционер имеет модели, способные эффективно обеспечивать комфортный климат в помещениях площадью от 13 до 70 квадратных метров. Несмотря на то, что кондиционер «Рационал» является неинверторным, модели от 7000 до 18000 британских тепловых единиц обладают энергоэффективностью класса А. Дизайн внутреннего блока выполнен в стиле «Актуал». Узнать больше о нем вы можете, посмотрев видеоролик о сплит-системах Lesar Inverter. Обратите внимание на проекционный LED-дисплей. Легко считываемые показатели позволяют оперативно проверить заданную температуру. Дисплей при желании включается-выключается простым нажатием кнопки LED на пульте управления «Интеллект», получившим свое название из-за возможности интуитивного управления. Управлять сплит-системой очень просто, изменяя режим работы – охлаждение, обогрев, вентиляция или осушение, задавая необходимые параметры температуры и положения жалюзи. Кондиционер «Рационал» обладает наличием встроенного ионизатора воздуха, который насыщает воздух отрицательными ионами, благотворно влияющими на иммунную систему и позволяющими почувствовать себя на природе, в лесу или у водопада. Сплит-система «Рационал» снабжена необходимыми фильтрами, как стандартными, так и дополнительными – фильтр с витамином С и углеродный. Благодаря им воздух очищается от мельчайших частиц пыли и насыщается витамином С. Функция Follow Me позволяет контролировать температуру по датчику, встроенному в пульт управления. Функция активируется простым нажатием кнопки Follow Me на пульте управления. Положите пульт рядом с собой, и кондиционер создаст оптимально комфортную зону именно вокруг вас. Во внутреннем блоке кондиционера «Рационал» увеличена толщина пластика, что придало корпусу большую жесткость и обеспечило надежную плотность соединения элементов, практически исключая звуки, вызываемые деформацией пластика корпуса при нагреве или охлаждении. Для исключения протечки конденсата в обновленных внутренних блоках «Рационал» используется еще одно ноу-хау – ванночка, объединенная с задней стенкой корпуса. В 2016 году претерпел изменения и наружный блок кондиционера «Рационал». В новых наружных блоках применяется модернизированный роторный компрессор GMCC, разработанный инженерами японской фирмы Toshiba, гарантирующий бесперебойную работу кондиционера в течение многих лет. Также в новых наружных блоках используются модернизированные вентиляторы и теплообменники увеличенной площади для лучшей теплопередачи и более высокой производительности. Специалисты по монтажу кондиционеров, безусловно, отметят удобство новой сплит-системы «Рационал». Отверстия для отвода конденсата предусмотрены и слева, и справа. Такой конструктив повышает вариативность монтажа в случае, когда меняются стороны подключения системы. И помните, что кондиционер способен не только охлаждать воздух в помещении, но также его обогревать, вентилировать и осушать. Кондиционер уже давно не роскошь, а доступная необходимость, как и вся остальная бытовая техника в вашем доме.